Всем большой привет! Сегодня будем красить пасхальные яйца привычным для многих способом – в луковой шелухе. Но для разнообразия придадим им некую изюминку. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! В кастрюлю из нержавейки помещаем 50 граммов луковой шелухи и хорошо промываем ее от пыли холодной водой. Затем смачиваем столовым уксусом ватный диск. Протираем им предварительно вымытые яйца комнатной температуры. Выкладываем яйца сверху на подготовленную шелуху. Заливаем их полностью водой такой же температуры, как и яйца. Добавляем столовую ложку соли, чтобы яйца не трескались. И аккуратно закапываем их в шелуху. После чего отправляем на плиту. Доводим содержимое кастрюли на умеренном огне до закипания. Затем огонь убавляем до минимального и варим яйца 10 минут. Следим за тем, чтобы яйца все время были покрыты жидкостью. Спустя указанное время огонь выключаем. Достаем яйца из отвара. Выкладываем на бумажное полотенце и даем высохнуть. В это время подготавливаем серебристый желейный краситель. Заливаем пакетик горячей водой. Ждем 1-2 минуты. Достаем. Вытираем. Разминаем. И срезаем уголок. Дальше одеваем целлофановые перчатки. Капаем на них немного красителя. Распределяем его по обеим рукам. Берем горячее сухое окрашенное яйцо. И перекидывая яйцо из руки в руку, наносим на скорлупу желаемое количество красителя. Так поступаем со всеми яйцами. Вот и все. Оригинальные серебряные пасхальные яйца готовы. Ставить такие яйца в холодильник не следует, так как из-за перепада температур краситель может начать липнуть к рукам. Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.